Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Вчера, друзья, я зашла в букс, финалменте, майн, как это так называется, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю биткоин сатоши. Значит, у меня 4 партнера пришло. Дают нам здесь 10 рекламок ПТС. Но, друзья, я вчера показывала, как просматривать рекламку. Одна рекламка 100 биткоин сатошиков. 10 рекламок. Это 1000 биткоин сатошиков. Я вчера просмотрела. Я сегодня утром просмотрела. Баланс у меня по нулям. Как мы видим, майн баланс. Так как я поставила сразу на вывод. Естественно, надо проверить, платит или как он. Платит, все замечательно. Вывод средств. Итого 2000. Но по 10 рекламок. 10 рекламок по 100 биткоин сатошиков. Значит, здесь Coin Payment и Faucet Pay. Я выводила, естественно, на Faucet Pay. Сюда в настройках, как я уже говорила, прописать нужно биткоин-адрес привязанный, какой вам кошелек надо. Значит, сумму минимум на вывод 1100 биткоин-сатошек. Прописали. Сюда прописывайте пин-код, который указывали при регистрации. Далее вам на почту приходит письмо, копируете пин-код, откроется еще одна вкладочка и вставляете пин-код с почты. Это такая вот у них защита. Нажимаете вывод. Денежки пойдут в очередь, не сразу выводятся. Я утром выводила, и вот только полчаса где-то назад мне пришло письмо о выводе. Вот 16.07. С учетом комиссии 1570 биткоин сатошиков. Faucet Pay, все готово. Идем на почту. Такое мне пришло письмо 38 минут назад. Вот о том, что мой запрос. Вот. Вывелись монетки. Вот. Финалменте. Идем на Faucet Pay. Финалменте. 1570 биткоин сатошиков, 16 июля 2020 год. Все замечательно, букс платит, друзья. Но за одну рекламу 100 бит, ну 100 сатох, мне ни один букс столько не дают. Я работаю на буксах, но мне дают по 5 сатошек. Ну, есть у меня там, есть, конечно, и жирные буксики, но вот обычно такой рядовой букс. Вот. Без всяких там апгрейдов, просто вот я работаю, собираю сатоши. Ни один букс столько не дает. Пусть они берут комиссию на вывод, да, там снимают. Мне уже все равно, по 100 сатох. Вот. Ну что ж, я работаю. Я дала вам информацию, а как распоряжаться информацией, это ваше дело уже. Принимать информацию, не принимать. Проект работает, платит. Всем удачи, до новых встреч.